Всем доброго здравия от канала Травард. На днях меня попросили помочь убрать борщевик, который нарос за последний год в огороде. Пришлось изучить данный вопрос, и хочется поделиться некоторыми открытиями с вами. Первое, что я понял, что борщевик сосновского – это большая проблема в России, так как его в 70-е годы пытались выращивать для корма скоту. Но после того, как Советский Союз развалили и его захватила организованная преступная группировка, борщевик стал большой проблемой. И с ним пытаются бороться и даже выделяют народные деньги. Изучив данный вопрос, я понял одно, что борщевик недаром называется борщевиком. Из него понятно, что готовит борщ. Я в ближайшие дни обязательно приготовлю и сделаю рецепт борща из борщевика. Да, многие думают, и здесь тоже, что борщевик – это трава ядовитая. Здесь его называют hogweed, то есть как бы тоже сорняк, и тоже считают, что он ядовит и обжигает кожу. Да, он действительно ядовит. Я считаю, что все ядовитые растения очень полезны. И уже около 10 лет активно применяю различные ядовитые растения в своей целительской практике. То, что я узнал из источников различных, то, что борщевик очень полезен от болезней печени, особенно его используют в практике для лечения желтухи. Обязательно буду испытывать, смотреть, как это будет влиять на мою печень. И также буду сушить, нарезать и сушить корни для того, чтобы делать мазь на основе масел для псориаза. И будем испытывать. У меня есть пациенты. И обязательно поделюсь своим опытом с вами. Для того, чтобы выкопать борщевик, я приготовил вилы. И также приготовил специальный строительный мешок, который используется для песка, щебня и так далее, в который буду складывать борщевик для дальнейшего сжигания, измельчения. Всей семье навряд ли нам справиться с таким большим объемом борщевика, но постараемся это сделать. Борщевик относится к семейству сельдереевых. Сельдерей мы все любим. Будем пробовать. Не знаю насчет салата, можно и салат попробовать, но пока буду варить только борщ. Вот. Здесь я постараюсь посадить какой-нибудь сидират, для того, чтобы борщевик не опять не вырос здесь. Семена борщевика сохраняют схожесть до 5 лет. Поэтому нужно будет пристально смотреть за этим участком земли. Думаю, что если медленно, но верно этим заниматься, то эта проблема хорошо решается. Опять же, вернемся к тому, что борщевик ядовит и обжигает нашу кожу. Борщевик обжигает кожу только в дневное время. Если убирать или скашивать борщевик в ночное время, то он обжечь кожу не может. Его ферменты работают только в дневное время. Опять же, это происходит только во время цветения и во время созревания семян борщевика. Во все остальное время борщевик, в принципе, безопасен, и он никак не может вам повредить. На что вы можете, в чем вы можете убедиться на примере собаки, которая с удовольствием кушает данный борщевик. Я приступлю к работе.
для борьбы с борщевиком многие пользуются гербицидами. Внимательно читайте инструкцию, потому что излишек и недостаток данного гербицида приведет к неправильному результату. Также внимательно прочитайте противопоказания, чтобы понять, на что еще влияет данный гербицид. Опять же, не забывайте, что он обязательно попадет в те продукты питания, которые вы будете выращивать, и окажет какое-то влияние на ваш организм. А вот птички уже прилетели поклевать червячков. Я не знаю, видите или нет, но это местный снегирь, который называется Робин. Не забывайте также о том, что все пестициды и гербициды влияют на флору и фауну, что ведет к гибели дождевых червей, бактерий, а также птиц и насекомых. Спасибо, что смотрите наш канал. Заходите еще, ставьте лайки, делитесь с родными и близкими. И обязательно оставляйте комментарии, которыми мы обязательно воспользуемся для следующих наших видео. Всего доброго, удачи вам и хорошего дня!